У Мінску пройшов заключный этап конкурса профессионального мастерства следчих, упершиню назначенных на посаду со стажем працы меж за 2 года. Спочатку лепших обрали у регионах и столицы, после чего у финальном этапе спаборничали 14 человек. Яны вырашали как теоретичные, так и практичные задания. Кроме этого, проводили огляды места здарэнняў у смоделированных ситуациях и выступали по конкретной теме. По выниках конкурса переможцей признаны следчим Мазырского районного отдела Юрий Полковниченко.